Привет, представься. Привет, меня зовут Юлия Магась, я пиар-директор платформы по работе с блогерами PicStars, а также основатель агентства MossSMM. Супер. Какая идея вашего сервиса? Наш сервис помогает рекламодателям находить нужных им блогеров, инфлюенсеров, лидеров мнений в различных социальных сетях. Инстаграм, Ютуб, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер и Телеграм. Работает ли сейчас вообще тема селебрити-маркетинга? Да, безусловно, работает, хотя буквально недавно вышло одно из исследований, которое говорит о том, что за последние 2 года уровень доверия к блогерам снизился с 42% до 39%, вроде бы 3%, но некоторые эксперты считают, что это достаточно значительно. Но если говорить в общем, то доверие снижается к более крупным блогерам, которые, ну, скажем так, перебарщивают с рекламой, а микроблогеры и наноблогеры по-прежнему остаются эффективными. Мы когда с тобой ехали в поезде, ты рассказывала, что сейчас очень большая проблема в понимании людей, зачем нужно вообще тратить деньги на блогеров. И вот мы сегодня буквально выступили, к тебе подошла девушка, которая, я так понял, вообще не понимает специфики платформы, вот как ты прокомментируешь? На самом деле инфлюенс-маркетинг для России достаточно сложная сфера, и очень многие люди отказываются понимать, в принципе, зачем тратить деньги на маркетинг. Это одна из, наверное, самых страшных болей нашего рынка. Люди не понимают, зачем им вкладывать в хороших специалистов, в качественных сотрудников, профессионалов, зачем им вкладывать бюджет. И самая, на мой взгляд, большая проблема, это что многие относятся к вложениям в подобные каналы как к трате денег, а не как к инвестиции. То есть я всегда стараюсь клиентам объяснить, что ваше вложение в рекламу, будь то таргет или работа с блогерами, это инвестиция в определенный рекламный канал, которая потом окупается, и вы зарабатываете больше. Это не просто пойти и потратить деньги в ресторане, в кафешке или куда-то поехать отдохнуть. Инфлюенс-маркетинг просто достаточно новое направление, ну, конкретно наша платформа существует с 2015 года, но при этом по факту инфлюенс-маркетинг развивается где-то последние 3 года активно, и мы очень сильно пока что отстаем от зарубежки, от Европы, от Америки, и люди еще в принципе не понимают, как это работает, как понять, что блогеры рекламируют, как понять, что блогер делает что-то там нативную какую-то интеграцию, как отследить эти размещения, и собственно наша задача как раз таки заниматься, ну, таким просвещением, объяснять, как выбрать блогеров, как не нарваться на фейка, как их проверить, на что обращать внимание, то есть какие аспекты самые важные. Я как со стороны клиента, да, потому что к нам обращаются люди, которые хотят заказывать рекламу блогеров, мы работаем с разными площадками, вот скажу честно, пользуюсь больше гид-блогером, может быть, потому что, ну, сам интерфейс как-то ближе мне. В чем отличие ваше от гет-блогера, либо аналогов, аналогичных сервисов? В чем ваше преимущество? Может быть, у вас другой пул блогеров, другие условия, там, что в чем? Безусловно, если говорить про отличие платформ, ну, всего на рынке есть 5 крупных игроков. Это PicStars, это гет-блогер, это LabelUp, это Incense Pro и DealWay. То есть, в принципе, ну, сейчас еще есть StoriesGain, да, StoriesGain. Просто StoriesGain, она заточена именно на Stories, только реклама в Stories, а остальные платформы, они работают с различного рода интеграциями, плюс не только с Инстаграмом, но еще и с Ютубом, с Телеграм, ну, то есть и как бы с другими площадками. Если говорить про каждую из них, то у каждой есть свои, безусловно, плюсы и минусы. Конкретно мы отличаемся тем, что мы были, во-первых, одними из первых, и у нас самая большая база блогеров. То есть на текущий момент зарегистрировано более 130 тысяч рекламных площадок. То есть это часть блогеров из Инстаграма, примерно 40-45%, это примерно столько же из Ютуба, и остальную часть составляют блогеры из Телеграма, Фейсбука, ВКонтакте, то есть в том числе и паблики. У нас достаточно большим спросом пользуется Телеграм. Особенно у нас была классная статья и исследование в партнерстве с Адмитад. Мы опубликовали это в Коммерсанте, и после этого у нас вообще прям пошел целый шквал на тему вообще запросов размещения в Телеграм, но это уже такая отдельная история. Если говорить про другие платформы, GetBlogger, у них в базе, насколько я знаю, по официальным данным, около 30 тысяч блогеров, инфлюенсеров, это та информация, которая размещена на сайте, и у них есть система внутренней монетизации, то есть для наш каталог, он бесплатный. Рекламодатель приходит, регистрируется и получает доступ к базе. Сразу видит список блогеров, тематики, фильтры, видит статистику, аудиторию, сколько стоит реклама у блогера. А комиссию мы конкретно берем только с самих блогеров.
когда они выводят деньги со своего счета. У GetBlogger система внутренней монетизации. Нужно купить токены, и за эти токены, внутреннюю валюту самой платформы, вы покупаете контакты каждого блогера. Открываете там за 3 токена, за 5 токенов, за 10 токенов, в общем, в зависимости от размеров самого блогера. Есть еще LabelUp, у которых немножко другая система, у них есть пакеты, и ты покупаешь различного рода пакеты в зависимости от того бюджета, который ты будешь тратить в месяц на блогеров. То есть, если у тебя небольшой бюджет, там до 200 тысяч, то ты платишь 20 тысяч в месяц. Если у тебя более там крупные бюджеты, то ты платишь порядка там 70 тысяч. Если у тебя очень большие бюджеты, то ты платишь там больше 100 в месяц. И, соответственно, у тебя есть персональный менеджер, возможность там делать бартерные сделки и прочее. У Incense Pro, у них система монетизации, просто доступ к платформе, 18 тысяч и все. 2 недели триал период и потом 18 тысяч в месяц, и пользуйся на здоровье. По количеству блогеров все отличаются, по интерфейсу визуальному, но как бы по сути мы все делаем одно дело. Заметил, что в некоторых площадках, опять же, если говорить про GetBlogger, про Epic Stars, очень мало бизнес-тематики блогеров. С чем это связано? В первую очередь, это связано с тем, что платформы не настолько еще популяризированы в России, и в том числе мы тоже над этим работаем, стараемся как-то проникать в бизнес-сообщество, общаться и взаимодействовать в этой среде. И, скажем так, бизнес-блогеров, особенно качественных, их в принципе немного, да, ну, в общей массе блогов. Больше популярны лайфстайл, бьюти-блоги, путешествия, мамочки, то есть такие более очевидные тематики. Вести крутой бизнес-блог требует достаточно больших усилий, вложений в качественный контент, в продакшн, в интересные тексты, в сбор хорошей аудитории. И очень часто те, кто действительно делает крутой бизнес-блог, они просто не идут на платформу. Это еще одна, скажем так, пока что проблема рынка в том, что крупные блогеры, у которых есть большая аудитория, уже есть рекламодатели, они просто не регистрируются в подобных сервисах, потому что им как бы не нужен приток дополнительных рекламодателей, у них и так уже очередь и без платформы. На платформу чаще приходят, ну, скажем так, больше начинающих блогеров, которые ищут первых рекламодателей, первые заказы, первые размещения. Именно поэтому основу и ядро вообще всех блогеров на платформе составляют блогеры примерно от 1000 до 50 тысяч подписчиков, это вот самая-самая большая каста. Более крупные блогеры присутствуют, но в меньшей пропорции. Я знаю, что, ну, ты мне рассказала, что вы с мужем занимаетесь свое СММ-агентство, да? Можем про это поговорить? Да, конечно. Давай топ-3 самых зашкварных кейса работы с клиентами, где прям вообще все пошло не так, как вы хотели, и почему? Ага, ну, наверное, почему сказать сложно, но если говорить про зашкварные кейсы, то, конечно, наверное, ну, не стоит переходить, естественно, на личности, да, ну, будем говорить как бы в общем о ситуациях, и, конечно, самый зашквар – это когда клиент ожидает, что на второй день запуска рекламы уже будет очередь из клиентов. Это просто самое вообще жесткое, что может быть, при этом он начинает думать, что его там обманывают, что все это абсолютно там неправильно, его там обманули, это мошенники, что не так все должно быть, при том, что по факту любая рекламная деятельность, неважно там таргет, SMM, инфлюенсеры, это определенный системный подход, и ждать каких-то результатов, ну, за один день или даже за неделю, или даже за две довольно сложно, и я бы не советовала рекламодателям так делать. Если говорить про какие-то еще зашкварные истории, ну, наверное, это чаще всего касается, когда есть разногласия между человеком, который ведет коммуникацию, и руководством. Это достаточно большая проблема, и агентство всегда должно понимать, кто именно принимает решение, потому что периодически бывают такие ситуации, когда вроде бы тебе согласовали креативы, согласовали офферы, все это выходит, было потрачено кучу времени, и потом это видит руководитель какой-то там, до которого это доходит, и все говорит, это все не то, нужно все выключать, все переделывать, и это, ну, действительно такая, скажем так, ситуация коллапса, когда компания останавливается, все выключается, тратится еще очень много времени на то, чтобы все переделать. Ну и, конечно, наверное, самые-самые зашкварные истории – это не те клиенты, а те потенциальные клиенты, которые только обращаются к тебе и которые хотят, чтобы ты за них простроил отдел продаж, чтобы ты за них простроил полностью воронку продажи их продукта. Нужно понимать, что когда вы обращаетесь за любым маркетингом, то вы, по сути, просто обращаетесь к специалисту, ну, как бы, как будто бы к врачу, который должен придумать решение проблемы. И маркетолог, он придумывает, какими каналами, какими способами можно продвинуть
продвинуть тот продукт, который у вас уже есть. Он не должен придумывать за вас нишу, тему, продукт, о чем вы будете писать в блоге, зачем вам это все надо, сколько это все должно стоить. В идеале с этим должны приходить вы, а маркетолог предлагает решение. И чаще всего с клиентами мы расходимся именно на этом этапе, когда у людей нет понимания того, зачем они к нам пришли, какие у них цели, они не понимают бюджеты, они не понимают, что продвижение, особенно в интернете и в Инстаграме, это дорого. Какие тренды ты видишь в ближайшее время в SMM, в маркетинге в целом? Смотри, по поводу трендов, один из главных трендов – это сейчас жесткий уход в такую естественность. Сейчас практически не работают какие-то отполированные картинки, какие-то просто супер смонтированные красивые шоу-рилы, видео. Люди на них вообще не кликают, они не цепляют. Реально, у меня даже есть пример, мы делали для меня мой вебинар. Я снимала видео, ну, вот такого же плана, на камеру, где я рассказывала, что, друзья, на вебинаре я расскажу вам 3 секрета там того, и даже снимала часть маленьких роликов, где я сразу пыталась выдать какой-то полезный контент. А потом параллельно с этим мы же тестируем разные креативы, мы запускали картинку, просто статичная картинка, на которой изображен такой чувак, у которого такие как типа гипнотические глаза, они не двигались при этом, и просто надпись «набрать 10 тысяч подписчиков в Инстаграм сложно», и просто кнопочка «подробней». В итоге вот эта кнопка, вот эта вот картинка статичная с этим чуваком нарисованным, абсолютно страшная, и такой креатив, ну, у меня не вызывает никакого интереса, она принесла нам в 10 раз больше заявок, еще и дешевле в 1,5 раза, чем вот эти классные видео, где я здорово старалась, распиналась и рассказывала людям, как это все работает. Поэтому здесь, во-первых, наверное, главный закон, кстати, который я тоже всем клиентам транслирую, что особенно креативы в рекламе, красивый креатив не значит конвертящий креатив, то есть чаще всего то, что тебе казалось самым страшным и самым зашкварным, будет конвертить лучше всего, потому что это пробивает определенную баннерную слепоту, и сейчас нужно стараться делать какой-то нестандартный контент. Плюс, конечно же, это UGC, то есть пользовательский контент сейчас тоже очень востребован, и он тоже очень хорошо себя показывает. У нас был кейс с одним магазином, когда мы просто взяли видео, которое случайно появилось, когда была съемка на улице, девушка подошла, обычная девушка на улице, и говорит: а вы вот этот магазин, вы вот делаете фотосессию, вот я тоже в этом платье, и я так очень там довольна, и мне так нравится вообще, я прям вот увидела, шла там на улице, и увидела, и прям узнала, что это ваш магазин. И это видео просто офигенно показывало себя в рекламе, потому что это действительно живой, не наигранный контент. И сейчас задача компании, маркетолога в том числе, работать именно над стимулированием того, чтобы пользователи генерили больше контента, и этот контент использовать как в основной ленте, так и в рекламе, то есть максимально делать на него упор, потому что ему люди доверяют. Ну и в принципе, наверное, сейчас все вот как бы в сторону видео, в сторону вертикального видео, сторис, все вот такие сиюминутные какие-то истории, которые, ну, натуральные, они все прям классно работают. Ну и сейчас, наверное, третьим прям глобальным трендом, можно сказать, все-таки уход от всяких серых методов продвижения полностью в официальные методы типа того же самого таргета, работы с блогерами, ну такое, не когда мы пытаемся что-то типа нативно продать, а когда условно бренды приходят к блогеру, блогер делает пометку о том, что это реклама, что это не какой-то там совет и рекомендация, и все будет двигаться в этом направлении. Но здесь мы четко догоняем Штаты, потому что там это уже работает давно, и там очень многие сервисы серые всякие были давно уже заблокированы. У нас пока что это случилось только в 2019 году, и 2020 год мы объявляем таким годом органического, ну скажем так, честного, белого, платного продвижения. Спасибо. Почему так много девушек в СММ? Хороший вопрос. Я думаю, что потому что в первую очередь SMM у многих ассоциируется с определенным визуалом, то есть созданием контента, подбором фотографий, единого стиля, а это девушкам очень близко. Но если говорить среди таргетологов, то есть тех людей, кто конкретно занимается цифрами, настройкой аналитики, девушек, конечно, намного меньше. Ну и в принципе есть такое распределение. Девушки хорошо пишут тексты, у них более развита врожденная грамотность, есть чувство вкуса, это помогает делать красивые визуалы, а вот все, что связано с цифрами, аналитикой, табличками, это к мальчикам. Интересное замечание. Будешь ли ты продолжать в маркетинге развиваться? Потому что вот я, скажем, вот Костя Зимин, да, сегодня тоже выступал, он сказал, что маркетинг мне надоел,
с клиентами невозможно работать, мало кто доволен работой, даже если стараешься, бюджеты маленькие выдают. В общем, он разочаровался в нише и не хочет больше в маркетинге как-то вот развиваться. Мне это тоже как-то вот посещают такие мысли, потому что, ну, реально тяжело, особенно в сфере, которая только развивается, да. Какие у тебя мысли? Бывают ли у тебя такие вот депрессивные состояния, когда все, не хочу заниматься SMM-маркетингом, там, уйду куда-нибудь? Безусловно, бывают, конечно, когда особенно подряд может попасться там нескольких-то неадекватных там клиентов, ну, таких псевдоклиентов, там, запросов, когда приходят только люди, у которых там бюджет 5000 рублей, и они думают, что сейчас из них сделают звезду. Особенно частый запрос ко мне сейчас это «я хочу прокачать свой личный бренд, который не основан ни на чем», и когда ты задаешь простые банальные вопросы, кто ты, что ты, в чем твой личный бренд, в чем твоя экспертиза, что ты хочешь продвигать, какой тебе бюджет, зачем тебе это вообще надо, люди просто сыпятся и ничего не отвечают, и после этого думаешь, блин, вообще с чем я работаю, почему я привлекаю таких людей. Но если говорить, конечно, в целом, я считаю, что маркетинг в России еще будет развиваться, наверное, будет какой-то определенный виток, возможно, он также будет связан с вот как раз-таки переходом к платным инструментам продвижения, и люди все-таки начнут больше понимать, что нужно вкладывать в это деньги. Но мне кажется, что есть еще одна большая проблема, это в том, что очень мало высококвалифицированных специалистов, рынок перегрет псевдо-СММщиками, псевдо-таргетологами, которые где-то просто посмотрели бесплатный видос на YouTube и потом решили, что они могут теперь продавать свои услуги. Клиенты иногда приходят даже с большими суммами к таким специалистам, не получают ничего и разочаровываются в этом канале вообще. Поэтому я верю, что будет создаваться какое-то определенное сообщество, возможно, которое тоже будет фильтровать вот эту аудиторию, так, чтобы люди, которые недобросовестно оказывают свои услуги, попадали, не знаю, в какой-нибудь черный список, и компании, рекламодатели, которые хотят попробовать, они просто не обжигались и потом вообще не теряли веру в этот канал. Хороший комментарий ты сказала, да, по поводу перегретости, по поводу... Мне кажется, это связано с обилием сейчас инфобизнеса, потому что сейчас, да, скажу, вот у меня много знакомых, и я даже сам понимаю, что, скажем, мне легче и проще заработать на инфобизнесе, там, продать курс свой, да, там, чем нежели там клиента закрыть. Поэтому сейчас, получается, все обучают, но мало кто делает. То есть, как бы я, слава богу, может быть, или не слава богу, там, я и практикующим маркетологом являюсь, но некоторые мои знакомые, они полностью ушли в инфобизнес, то есть они были там SMM-щиком, сейчас они просто занимаются тем, что объясняют, как там SMM вести, там, онлайн-школу запустить свою. Вот. И получается, что рынок перегрелся, то есть мало осознанных клиентов, да, но много людей, которые хотят нам предложить что-то. Типа, давай это продвинем, то продвинем. Как вот думаешь, может быть, с этим связано? Да, безусловно, и с инфобизом это связано, и с тем, что нет какой-то фиксированной, условно, цены на услуги, да, то есть вот условно люди спрашивают, сколько стоит SMM. SMM стоит от 5000 до 2 миллионов рублей, ну, условно так. Каждый называет цену ту, которую он хочет, и нет сформированного какого-то рынка и понимания, точно так же, как вот реклама у блогеров на самом деле. Кто-то называет 1000 рублей, кто-то говорит 20, и как понять, где это правда, очень сложно. Все именно потому, что, ну, сама сфера довольно молодая, и ей требуется время на то, чтобы как-то устаканиться, чтобы у рекламодателей и у компании в том числе появилось понимание, какой реально функционал входит в работу SMM-менеджера, в работу таргетолога, в работу маркетолога, потому что у нас люди любят объединять все под одним этим шикарным словом маркетолог, и типа ты и пишешь, и рисуешь, и танцуешь, и настраиваешь, и постишь, но на самом деле это абсолютно не так, и по-хорошему любая команда, ну то есть любой проект, связанный там с SMM, он должен работать в виде команды, то есть должны люди, которые отвечают за аналитику, которые отвечают за визуалы, которые отвечают за стратегию. И вот в этом тоже определенная проблема, что многие считают, что проще нанять там одного человека, допустим, типа я найму себе маркетолога, и он все будет делать, чем вот платить агентству, вот я вам заплачу деньги, а вы вот будете на эти деньги платить аренду, кормить своих сотрудников там и прочее. Я просто периодически это слышу, и ну, это немножко удивляет, потому что по-хорошему все-таки каждый должен заниматься своим делом. Шофер рулить баранку, доктор лечить, копирайтер писать тексты, дизайнер делать красивые картинки, а таргетолог настраивать хорошую рекламу, и никак иначе. И не нужно прятать всех этих людей под одним словом маркетолог, наверное, так. Спасибо.
Вопрос следующий. Есть ли вообще клиенты в регионах, ну, для SMM-щиков, для маркетологов? Потому что вот я, ну, так же, как и ты, езжу, вот выступаю в городах разных и тоже часто слышу вот эти фразы, типа, ну вот бюджет там 10 тысяч, там 20 тысяч. Вот, в общем, есть ли там деньги, первый вопрос, uh-huh. второй, что делать людям, вот, которые стали на путь маркетинга, так же, как мы, вот этот скользкий путь, пытаться там как-то отстроиться, там искать крупников, либо все-таки вот в центральную часть России ехать? Ну, отчасти мне сейчас кажется, что в регионах есть уже какой-то шанс, если, ну, именно развиваться здесь. То есть, конечно, агентству из Москвы мало смысла брать заказы в регионах, потому что есть определенная разница в, там, в среднем чеке, в бюджетах, с которыми работают в Москве и в регионе. Но если конкретно какая-то компания или фрилансер там начинает работать в регионе, у него есть все шансы заработать себе хорошую репутацию, оказывая качественные услуги, и потом просто уйти на сарафан, когда его будут передавать из рук в руки, ему не придется тратиться на маркетинг, на продвижение своих услуг, не придется там делать какие-то суперсайты, настраивать себе таргет, контекст, делать какие-то холодные обзвоны. Его просто будут рекомендовать, потому что он классный. Дальше его задача просто будет масштабировать эту систему, найти себе в команду тоже классных ребят. И, по сути, я уверена, что в каждом городе может быть, по крайней мере, от 1 до 3 агентств, которые могут хорошо делать маркетинг, соцсети и все около диджитальное. И, конечно, здесь задача самих этих специалистов не занижать тоже свою планку. То есть не, если вы понимаете, что вы работаете в регионе, это не значит, что вы должны соглашаться работать за 3-5 тысяч рублей. Вы тоже должны формировать этот рынок, чтобы у рекламодателей складывалось определенное ценовое понимание, что это не может стоить совсем дешево, совсем там 3 копейки. Чем больше специалистов, псевдоспециалистов, которые демпингуют, тем меньше платежеспособных клиентов. Когда рынок придет к тому, что нужно какую-то выверить такую среднюю цену, которую, ну, должно стоить то или иное, то появится намного больше адеквата и понимания, что да, это столько стоит, а не так, что я пойду за углом, там у Васи за 3000 куплю, как будто бы то же самое, при том, что это вообще разные вещи, но по факту в понимании клиентов, в понимании рекламодателя он типа офигенно сэкономит. Ты рассказывал, что ты являешься спикером, коучем, тренером, учителем скриптбокс, угу, да. еще нетологии, нетологии, плюс еще Digital Business School, Московская школа кино, Target Girl, кафедра Данмедиа, Адмитат Академия. Супер. Что, вот, какую обратную связь ты дашь по людям, которые приходят обучаться? Кто эти люди? Почему они приходят обучаться на маркетинг? Получается ли у них, расскажи про это. Что касается обучения, здесь в основном все эти программы работают в онлайн формате. Есть несколько проектов с офлайн обучением, но все-таки 80%, 80-90% это онлайн. И с этим связано то, что аудитория очень разная. Аудитория приходит либо с каких-то скидок на курсы, кто-то покупает по полной стоимости. Чаще всего это уже разные категории людей, категории студентов, у которых там разные требования, разные ожидания. Студенты в основном приходят из разных городов, со всей России, есть также из стран СНГ ближайших, это и Украина, и Беларусь, и Казахстан. Все, по сути, хотят учиться и развиваться, и на самом деле сейчас есть определенный, такой, ну, скажем так, определенный перекос, возможно, именно в тех проектах, с которыми я сотрудничаю, но приходят больше тех, кто не хочет стать SMM-щиком, а именно тех, кто пытается развивать какой-то свой проект, даже если он не какой-то прям серьезный, но вот что-то попытаться сделать. Кто-то приходит с аккаунтами своего кота, кто-то приходит с какими-то аккаунтами в формате паблика, типа, ну, тематического какого-то красивого с фотографиями. И вот здесь тоже есть как бы определенная такая штука. С одной стороны, классно, когда человек, который продвигает какой-то проект, разбирается в том, как функционирует SMM. Я рекомендую многим собственникам тоже проходить хотя бы базовое обучение, чтобы не задавать вопросов, а что такое пиксель, а что такое лайк, а что такое топлинк, а где у нас описание профиля, а что такое хэштег, а куда его поставить и прочее. То есть базовые вещи нужно понимать. Но все-таки моя как бы концепция, то, что каждый должен заниматься своим делом, и я больше, конечно, за то, чтобы ну, те, у кого свои проекты, они делегировали это людям, которые действительно хотят и умеют в этом разбираться, даже пусть начинающим, но тех, кого прет от того, чтобы сделать классное видео, написать какой-то интересный текст.
А не когда ты сидишь и просто думаешь, боже мой, о чем мне писать в моем аккаунте, я не знаю даже, как мне составить шапку. И в этом плане, конечно, проблема большинства курсов сейчас в том, что нет сегментирования обучения, то есть нет сегментации, что вот этот курс для тех, кто продвигает свой проект, а вот этот курс для тех, кто хочет быть SMM-щиком и продвигать чужие проекты. Мне кажется, это один из таких главных векторов, которые должны сейчас тоже онлайн-школы понять, и предоставлять несколько разную информацию, потому что то, что нужно базово для того, чтобы разобраться, и то, что нужно SMM-щику научиться хотя бы какие-то базовые вещи делать в фотошопе, научиться как-то монтировать видео, ну простенько хотя бы разрезать, склеить, там, наложить музыку, это все, что нужно делать руками. Собственнику бизнеса или там, владельцу проекта это абсолютно не нужно. И, наверное, вот это одна из больших проблем. Но студентов очень много. Студентов очень много, буквально каждый день добавляются новые студенты с разными абсолютно проектами, с разными целями. И вот цели — это, наверное, еще одна. Но мне кажется, это вообще касается всего. Это не только обучение, не только SMM. У нас, в принципе, может быть, как-то в ментальности так. У нас нет особо как-то с детства, что ли, нам не прививают вот это целеполагание. То есть нас не учат ставить цели и понимать, зачем мы что-то делаем. Ну, то есть, зачем мы там зайдем в школу, зачем нам знать какой-то предмет. Все потому, что просто там нужно. И вот с Инстаграм очень часто та же самая история. Ну, у всех есть Инстаграм, и мне тоже нужен Инстаграм. Хотя я даже не понимаю, зачем он мне нужен, и что я могу полезного туда положить, написать и вообще дать этому миру. И вот самая большая проблема, это, конечно, с формированием вообще УТП и позиционирования. Большинство проектов не понимает, какая у них цель, кто они такие, кто их целевая аудитория, зачем они все это делают и что они от этого хотят получить, а просто делают, ну, потому что надо. Спасибо тебе большое за интервью. Пожалуйста. И последнее, что пожелаешь, посоветуешь там ребятам, которые вот стартуют, смотрят эти видео, там, вдохновляются, там, может, книги какие-то посоветуешь, либо промокод дашь там на ваш сервис. Там, у нас, кстати, сервис, он вообще бесплатный для рекламодателей, поэтому нам всегда приятно об этом говорить, можно просто регистрироваться и бесплатно пользоваться доступом к каталогу блогеров без каких-то дополнительных промокодов. Если говорить про совет, то в первую очередь это, конечно, для себя тоже определить, насколько вам действительно интересна эта сфера, или вы идете в нее ради там хайпа и того, что это сейчас популярно и гипервостребовано. Вот если второе, то это не очень хорошая история. То же самое касается тех, кто делает блог. Очень многие хотят быть блогерами, но по факту далеко не каждый может быть блогером, потому что это определенный труд, это большая профессия, это огромное количество работы. И важно понимать, что если вы делаете блог или какой-то проект исключительно сразу с целью монетизации, ну, кроме какого-то масштабного бизнеса, когда вы четко говорите, вот инвестиции, я вкладываю, я хочу столько заработать. Если мы говорим про контентные проекты, то вот всегда взлетают те проекты, которые сделаны от души, душевно в душу. Ну, скажем так, те проекты, которые действительно имеют что-то интересное, что-то уникальное, то... что человек делает, реально от чего его прет и от чего вот ему прям по кайфу. Вот то же самое и SMM. SMM-щиков сейчас, наверное, со всех онлайн-курсов, не знаю, каждый день, наверное, выпускается по несколько тысяч. Но вы же все прекрасно понимаете, что эти несколько тысяч, они не будут заниматься этим SMM, они просто проходят обучение для галочки. Кстати, это тоже еще одна такая тема больная, что сейчас есть много людей, которые такие вечные студенты. И сертификат. Вот, и сертификат, вечный студент, я из одного курса в другой курс. Это прям целое дело. Я советую все-таки свой фокус внимания как бы немножечко сужать, потому что информации очень много, сейчас ее избыток, есть и бесплатная, и платная, и по-разному, и разных денег все стоит. Выбирайте то, что действительно вам интересно, то, что действительно вам актуально, и старайтесь в этом совершенствоваться максимально, и доводить это дело именно до мастерства, не скакать с там фотошопа, дизайна, таргета, контента, копирайта, а вот выбрать то, что вам действительно нравится. И еще один, наверное, такой совет и рекомендации, наверное, тоже к трендам и каким-то определенным относится, это определенное нишевание. Сейчас это очень востребованная история. Если вы выберете конкретную нишу, что вот вы там, не знаю, SMM-щик для отелей, к примеру, то это отличная история, отличная штука для отстройки, для позиционирования своего и для как раз-таки наработки
похожих клиентов, которые могут вас передавать также по сарафану, и где вы сможете стать, по сути, номер один в рынке, SMM-щик номер один там, для отелей. Это очень круто. И вот это тоже рекомендую взять на заметку. Классный совет, спасибо. Вот. Ну, а по поводу читать, я не знаю даже. Читать, надо все читать просто. Я читаю, допустим, даже выходят какие-то книжки про Инстаграм, они там беспонтовые, но я их пролистываю, читаю, просто понимаю вообще, что сейчас потребляет публика, потому что я потом смотрю и вижу восторженные отзывы на эти книжки и думаю, блин, ребят, это все в бесплатном доступе, просто человек просуетился, собрал в одно место и как бы вам это продал. Ну, окей. Самый важный совет, наверное, это, пожалуйста, научитесь гуглить. Это очень важно. Реально, это важно во всем. В обучении, в работе с клиентами, просто в вашей адекватности. То есть, когда вы задаете вопросы, это очень круто. Ну, любой вопрос, это лучше, чем незаданный вопрос. Да? Любой заданный вопрос лучше, чем незаданный. Но когда вы задаете банальные вопросы из разряда, там, а что такое пиксель, или а как мне скачать Инстаграм на телефон, ну, камон, это реально вопросы для Гугла, для Сири, для Яндекса, для каких-то поисковых систем. И, по сути, те люди, которые умеют гуглить, они реально, ну, видны, и они вызывают определенное уважение, потому что как, где бы вы ни учились, что бы вы ни делали, по сути, в какой-то момент это все закончится, и вы останетесь один на один с собой, со своими клиентами, и вам придется как-то выгребать. Учитесь заранее это делать, чтобы потом не остаться просто в шоке, где я оказался, я не знаю, что такое пиксель, и как скачать Инстаграм на телефон. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста.